Я все знаю насчет Тайлунга. Он тоже был его учеником. Он первый прошел 1000 свитков с приемами кунг-фу. И потом он испортился. И теперь он в тюрьме. Он был не просто учеником. Шифу нашел его совсем маленьким. И вырастил, как собственный сын. А когда у малыша появился интерес к кунг-фу, Шифу стал его тренировать. Мастер верил в Тайлунга и сказал малышу, что того ждет великое будущее. Но Тайлунгу всегда и всего было мало. И он захотел получить свиток дракона. Мастер Угвей увидел мрак в сердце Тайлунга и не отдал ему свиток. В ярости Тайлунг разорил долину. И он решил забрать свиток силой. И Шифу должен был уничтожить того, кого сам и создал. Но разве он мог? Шифу любил Тайлунга так, как никого не любил до этого. И после тоже. И сейчас мастеру Шифу выпал шанс исправить ошибку, подготовить истинного воина-дракона. И ему достался ты, неуклюжая, жирная панда, которая ничего не воспринимает всерьез. А ну хватит! Ой, это я виноват! Случайно зацепил мою сегодня! Мне кажется, сердце Ну кто там хлопает крыльями? Может, хватит? О, Зая, прекрасно. Хорошие новости мы сейчас не получаем. Мастер. Ты видишь, синий папа? Плохие новости. А, жизнь?